Сегодня у нас есть возможность показать вам недорогое жилье эконом-класса для аренды. Стоимость аренды 260 евро. Сейчас мы находимся в подъезде этого дома. Достаточно, конечно, немножко мрачно, без ремонта. Но потолок подъезда, почтовые ящики. Что за подъезд? Да. Ну как подъезд, так подъезд, люди заходят и живут. А раньше здесь почта была? Не было почты. Это просто, когда купили, это уже было. Это было как-то раньше. Это, ну что, сюда клали вот эту почтовую. Раньше не было вот этих ящиков. И каждый клал вот сюда. Здесь написано почта. У нас написано вот с первой письмо. Вот сюда бросали. Пойдемте посмотрим саму квартиру. Это коридор этой квартиры. Там находится примерно около 5 квартир. Вот сама квартира. Общая площадь 17 метров. Все необходимое в этой квартире есть. Стиральная машина, холодильник, плита, духовка и душ. Плита, шкаф, кухонная мебель небольшая, мойка, холодильник, двухместная кровать, шкаф для одежды, железная дверь, ванная комната. Это вид из окна. В основном рядом идут частный сектор, магазины, тихий район. В рублях это примерно 18 400 рублей, и в гривнях 7 тысяч гривен. Коммунальные расходы будут примерно летом 30 евро, а зимой примерно 60 евро с учетом электричества. Возможно, если будет холодная зима, то электричество в месяц будет примерно до 50-60 евро в месяц дополнительно, плюс 30 евро квартплата.